Всем привет, с вами Комаров Виталий. Сегодня вот у меня заказик такой. Нужно удлинить вот эту трубу. Где-то вот так вот она должна быть. Вот мы будем ее удлинять. Самое сложное здесь, вот не эта труба, не эту трубу сделать, а вот эту вот, что внутри. Потому что у нее диаметр маленький, 50 миллиметров, здесь 48 миллиметров. То есть сюда нужно сделать 50, сюда 48. И сложность сейчас заключается в том, что она маленького диаметра. Ну что ж, диаметр 50 равен 175 миллиметров, диаметр 48 равен 168 миллиметров. Это все с плюсом на фальце, то есть минус 18 миллиметров, и здесь получится в чистом виде резьберчик. Так что берем полосочку и отрезаем вот эту вот. Так, сначала мы 45 сантиметров. Раз. Так. Так. Итак. Вот перед камерой. Телефон прямо перед самой мордой мешает. Все. 45 сантиметров, и мы откладываем 175 и 168. Так, 175 и 168. Ширина фальцевого шва будет 6 миллиметров. Так что так вот, как этот шов делается, как его положено делать, как меня этому делу учили, вы все это найдете на моем канале, плюс ссылочки я еще оставлю на эти ролики в конце этого ролика. Во как. Сейчас ножнички найдем свои. Фальцевое соединение я не буду показывать делать, я буду показывать, как это все дело сворачивать. Хотя можно показать, как я делаю фальц. Фальц я буду делать на станке вручную. Как делать, я тоже показывал, ребят. Так что на моем канале все можно найти. Плейлист «Моя мастерская», где мастер боится. Трубу я еще так и не притащил. Вот. Такая штукенция получается. 6 миллиметров берем. Так как штангель уже, он используется чисто как чертилка. Так вот повернем. А так раз и два. Так. Как-то надо повернуть. Сейчас как-то нужно сделать так. Я не знаю как. Так, вот на этом станке мы сейчас запацаем. Так. Как-то я так прохожу. Thank you.
Этот шов также можно сделать и вручную. Я раз говорю, видео, как делать шов вручную, у меня есть. Кому не видно, смотрим. Вот. Елки-палки. Так, монтировать ничего не буду. Вот такие фальцевые заготовки. Можно быть. Здесь вот одна сторона чуть-чуть пережата. Нужно ее разогнуть. Простую линейку вставили. Простую линейку вставили. Блядь. И карамел я матом сдался. Но это достаточно для соединения. Теперь у меня есть. Я откопал трубу такую. Вот на ней, наверное, будем сворачивать. Дело это хлопотное. Так что смотрим. Лишь бы только телефон-ка не упал. Ух. Прям просто. Легко и быстро. Берем всю эту хрень и сворачиваем. Чем ровнее и плавнее свернем, тем красивее получается. Так. У меня вальцов таких нету. У меня вал как таковой 80 миллиметров. Выжимся такую хрень. Да, если металл будет не мягкий, вот эта вся штука пойдет охрененными прям ребрами. Вот этот металл мягкий, как бы податливый, как пластилин. Идет. Во. Вот. Теперь еще нам надо соединить всю эту штуку. Вот так. Фу. Вот. Фу. Так. Надо немножечко помочь. Эту просечку. Думаю, страшно в этом нет ничего. Нам главное дело соединить шов. На более здоровых трубах это делать довольно-таки легко. Фу, здесь приходится пыхтить. Пыхтить, кому как нравится. Так. Сейчас мы еще вот этот нагоним. Вообще такие трубы делать руками гораздо сложнее, чем большие. Сейчас скажу, лучше бы метра три мне бы.
заказали здоровую трубу, чем такую хрень. Да и что-то, блин. И залазь хоть одной стороны. Фу. А? Блин. Смотри. Здесь чуть-чуть от огнем. Переборщили слегка. Надо отгинать. Так, чтобы процесс был видно весь. Сюда. Опять поправляем. Блин. Пробуем сейчас так соединить. Да, слишком сжал шов. Это геморно. Сейчас верхний прибежим, разожмем. Если приходится разжимать шов, то нужно стараться делать как-то это более равномерней, чтобы усилие одно и то же было. Да блин. Блин, такая. О! Так, ну сейчас я должен соединить. Сейчас мы опять что-нибудь трубу одеваем. Опять поворачиваем сюда. Камеру я уже поправлять не буду. Да нахер. Это можно заправить хорошенько. Так. Во! Все, шов заправили. И теперь мы его тихонечко на этой же трубе и сбиваем. Токаря, говорят, хорошо их делают такие тоненькие. Сбивать приходится довольно-таки долго, потому что труба, она вся, она жиденькая. Она, как говорится, под киянкой проваливается, а труба-то она... Это вот сейчас пошли какие-то колонки, я их еще не видел. Ой, забирает воздуха, забор воздуха у них идет с улицы. Вот такая вот она двойная. Так. Так, вот теперь что надо... Как трубочку передать. Во. Ну сейчас померим, угадал я или нет. Тихо, не падать. Труба не падать. Фу.
Так, ну, не знаю, угадал, нет? Камеру на место, сейчас померим. Так, убираем этот хламудий. Так, ну вот это, по-моему, 50. Здесь, по-моему, 48. Ну вот. Смотрим, как заводское сделано. Вот оно заводское такое. И вот. Ух, жарко. Блинс. Ах ты, зараза. Чуть-чуть подраснить нет, вообще-то не надо. Блин. Надо ее чуть-чуть растянуть. И она прям идеально подойдет. Так, ну все. Вы увидели, с каким трудом достается вот такая трубка. Ну, а это уже уж я показывать не буду. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Скоро еще что-нибудь выложим. То ли плохое, то ли хорошее. Вам решать. Но подписка с вас. И распространяйте это видео по своим друзьям, социальным сетям. Чтобы меня больше смотрело. Все, спасибо.